Здравствуйте, с вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Тренеры по месту жительства работают в Самаре уже 6-й сезон. Благодаря им здоровый образ жизни в областной столице стал настолько модным, что все спортплощадки по вечерам забиты до отказа. В промышленном районе тоже молодежь не скучает. Самый популярный вид спорта здесь – футбол. А за него отвечают тренеры Кирилл Устинов и Евгений Рзянкин. Здравствуйте. 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 Все площадки забиты до отказа и очень большую популярность вызывает среди молодежи. На самом деле у нас профессиональный клуб «Крылья Советов» существует в Самаре. Во многом он такое небольшое оказал влияние на молодежь. Вот. И также по телевизору сейчас множество различных турниров проходит, которые для доступности для всех, для каждого, которые могут смотреть в интернете ролики, могут на повторе ставить и постоянно их пересматривать. Вот, и это очень модно среди молодежи, хотя во времена компьютеров все меньше, но мы боремся с этим как раз, тренеры по месту жительства, вытаскиваем, так сказать, на спортивные площадки детей и влюбляем их в футбол. Ну вот лично вам как это удается? Ваш секрет успеха, что к вам приходят и дети, и молодежь? Ну, во-первых, тренер – это такая благородная профессия, когда никак не скромно мне это об этом говорить. Вот. Но я думаю, тренер должен быть в первую очередь для любого мальчишки другом, вот, чтобы он приходил туда не просто там, на человека, который на него кричит или там, что-то от него требует, если он не понимает, зачем это. Вот. Надо быть для него, во-первых, другом, чтобы он приходил с удовольствием не просто поиграть в футбол, но и пообщаться, поделиться своими какими-то эмоциями, впечатлениями. Вот. И также процесс должен быть тренировочный, интересен ему, вот. Не чтобы это было не в напряг, вот, с удовольствием. Главное желание футболу, это как раз мы прививаем. Во всей России главный вид спорта – это футбол. Вот. И в нашем клубе, так скажем так, как это правильно назвать, клубе здоровья, вот так назовем, вот, мы ввели такое новшество, как панно-футбол. Это одна из разновидностей уличного футбола. Вот, где главным правилом в этой игре панно-футбола является правило прокинутого мяча между ног. То есть игра ведется до первого прокинутого мяча между ног сопернику. Можно забивать, конечно, голы, вот, но если ты прокидываешь мяч между ног, то тебе особый респект. Вот, то есть ты выиграл. На все отводится 3 минуты. Если вот за 3 минуты не проброшено было между ног, то считается по большему количеству голов. Да, кто больше забил голов, тот побеждает. И так вот идут друг за другом победители. Это микроматч получается? Можно сказать, да, это микроматч 1-1. Вот. В панно-футболе главное уважение соперника, во-первых. Запрещен контакт, ну то есть тяжелый, никаких подкатов, естественно. Поле небольшое, самопроизвольно можно с вами учертить поле, поставить какие-то там ворота, можно две бутылочки из-под воды поставить, в них можно забивать голы. Вот. В чем преимущество этого вообще вида спорта? Во-первых, он довольно молодой, и вот мы устраиваем множество мероприятий различных социальной направленности. Мы просто можем, там, конечно, с разрешение администрации мы располагаемся. У нас были такие мероприятия и в парке Гагарина, и на набережной нашего города. Открытие конфедерации. Да, да, открытие Кубка Конфедерации, как раз мы выступали на этом празднике. Также мы много проводим мероприятий во дворах. Вот. Везде дети прям с удовольствием подходят на эту площадку, окружают ее и играют по очереди. Научиться панфутболу всегда возможно. Главное — желание и мяч. Больше ничего не нужно. Куда к вам приходить, чтобы научиться новые разновидности игры? Вот у нас, да, у нас занятия проходят, вот у меня, у нас лично, как у тренеров по месту жительства, на сквере «Родина». Это бывший сквер Калинина. Вот, у нас там 3 дня в неделю для нас отводят. Администрация — это понедельник, вторник, четверг с 1:00 до 3:00. Вот, mm-hmm. Пожалуйста, в это время могут прийти любой желающий, площадка будет открыта, тренер находится на месте, вот, и мы со всеми... Возраст? Возраст, вот старый, млад, кто к, да, по желанию, нет рамок.
У нас есть дети и 3 лет, может прийти 18-летний парень. Ну, конечно, бывают желания у взрослых, но они в силу, наверное, стеснения какой-то не приходят к нам. Какая-то первоначальная подготовка футбольная должна быть? Да, главное желание. Все, что мы... Если к нам придет молодой человек, мы будем в индивидуальном порядке, у нас будет идти тренировочный процесс. Вот, если мы работаем вдвоем, а мы чаще всего работаем вдвоем, то один ведет командную тренировку, а другой может индивидуально подсказать, поправить, там, не знаю, впору даже потянуть носок, как надо поставить ногу руками. Вот, это в индивидуальном порядке. Для этого преимущество, что мы... Если я правильно понял, были пока показательные выступления этого вида спорта, да? То есть какие-то соревнования в Самаре существуют? Мастер-классы были, да. Ну, мы в ближайшем обозримом будущем, я думаю, будем проводить соревнования, чтобы привлекать молодежь ко всему этому делу. Панофутбол, я бы сказал, это даже, как выразиться, это очень зрелищный вид спорта. То есть в этом виде спорта постоянно какие-то такие финты необычные. То есть мы некоторые финты мы не можем увидеть в большом футболе даже, который исполняет звезды футбола, всякие Роналдо, Рональдиньо и Месси. Вот. И там постоянно нужно, ну как в общем-то и в футболе, но в панофутболе еще нужно больше концентрации. То есть когда ты пропускаешь мяч между ног, это довольно-таки обидно. Вот. Но зато тебе радость-то, когда ты прокинул. Вот. Поэтому молодежи это очень интересно. Им всегда интересно поиграть друг против друга. Вот, это спарринг. Вот. Но, опять же, не надо забывать то, что в спарринге всегда нужно иметь уважение друг к другу. Для этого вида спорта не надо ничего взять мяч, позвать друга и идти просто на площадку, да, самостоятельно. Не надо никого созывать, как много у нас в футболе приходит. Не набирается народ, и они пинают мяч от ворот до ворот. Ну, не особо интересно. А тут можно сделать маленькую площадку, поставить, взять один мяч и начинать играть. Очень энергозатратно. Кажется, что 3 минуты, но за эти 3 минуты можно... Пропасить. Так, да, что? Столько потов, да, себя спустить. Как два тайма по 45, да? Да, можно и так сказать, да. Возвращаясь уже к большому футболу, вот ваше мнение... Крылья Советов, если я не ошибаюсь, по-моему, ни одного самарского игрока. Вот ваше мнение, могли бы в клуб попасть наши самарские парни, с учетом того, что, вот вы говорите, панофутбол, куча различных других секций клубов футбольных, да? Ваше мнение на эту тему? У нас в Самаре очень большая пропасть футбола профессионального от любительского. Вот команда у нас сейчас, у нас есть Самарская область по футболу, там ни одной самарской команды, к сожалению. Вот, есть из Новокубышска, из Чапаевска, из Тольятти множество команд, но и Самары нету. Вот. А потом у нас идет, вот сейчас у нас появилась команда КФК 3-й лиги, 2-й лиги, но до этого у нас была пропасть. Кроме как премьер-лиги команды и области у нас не было. Между ними была пропасть. И поэтому обычному мальчишке было тяжело перешагнуть такую ступень вверх. И поэтому отсеивались ребята, достигали 18-летнего возраста, выпуска, так скажем, футбольного, и оставались просто за бортом футбольной жизни. Никуда не смогли уехать другие команды. И вот здесь, в Самаре, занимаются... Кто-то тренерской работы, кто-то уходит в другие сферы деятельности. Но, к сожалению, вот такие реалии жизни. Вот. Если это будет построено очень системно, вот, у нас есть абсолютно точно талантливые ребята, которые должны и могут играть. Вот. Им надо просто дать шанс. И вот, да, сейчас вот отлично в этом году, что появилось еще 2 команды профессиональных. То есть 3-я, 2-я. 1-я лига и потом же премьер-лига, в котором мы вся Самара и все нарболельщики рассчитывают, что мы туда вернемся. Что могли бы сказать, как профессиональные футболисты, тренеры, на каком уровне мы играем и возможно ли выйти в премьеру? Уровень игры для ФНЛ у нас достаточно хороший. Вот, да, у нас решаются задачи, естественно, выхода. Мы ни в коем случае там не хотим просто задержаться в ФНЛ. У нас есть задачи выхода. Это самое главное. Если задачи ставятся, значит, их надо выполнять. Это был футбол на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я Сергей Кизоркин. Не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15:08 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи!